Проезд в общественном транспорте стал дешевле на 4 рубля. Это стало возможным благодаря акции платежной системы «Мир». Она стартовала в Рязани с 1 февраля. А для того, чтобы ею воспользоваться, нужно выполнить только одно условие. А что нужно сделать, чтобы получить скидку? Нужно вашу платежную карту «Мир» загрузить в одно из платежных приложений. Это может быть «Мирпэй», «Apple Pay», «Samsung Pay», «Сберпэй». Эти платежные приложения и возможность загрузить карту доступны для большого количества банков и федеральных, и местных, поэтому вопросов никаких, наверное, не возникнет. Если вдруг есть вопросы относительно загрузки, да, всегда можно обратиться в банк или на сайт платежной системы «Мир». Скидка на проезд действует в автобусах, троллейбусах и маршрутных такси, которые оборудованы терминалами для бесконтактной оплаты проезда. И теперь, если поднести телефон к такому валидатору, то сумма за билет спишется с учетом скидки. При этом перевозчик получит полную сумму за проезд. Акция будет действовать 4 месяца, и стоимость проезда при оплате телефонов, привязанных к карте «Мир», стоимость проезда на всем, повторяю, на всем коммерческом и муниципальном транспорте будет составлять 20 рублей. Схожие акции на общественном транспорте проводились и раньше. За 2019 и 2020 рязанцы на таких скидках сэкономили больше 18 миллионов рублей. С системой же бесконтактной оплаты она проходит впервые. Акция новая, она действительно очень интересная, очень технологически интересная. Для нашего города она впервые делается с платежной системой «Мир» и, в принципе, с платежной какой-то системой. Если какие-то возникнут вопросы у пользователей, мы с удовольствием на них ответим по нашему телефону бесплатному 8 800 0262. Либо информацию можно получить на сайте. Телефон абсолютно доступен для всех, поэтому с удовольствием ответим на все вопросы. Елена Захарова добавила, что такая акция стала возможным благодаря тому, что в Рязани есть та самая автоматизированная система оплаты проезда. Теперь акции планируют продолжать и в дальнейшем, чтобы безналичных платежей в транспорте стало больше. Текущая продлится до 31 мая 2022 года. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».